В микрорайоне Зеленой аллеи начались гидравлические испытания и химическая промывка теплообменников горячего водоснабжения. Такие мероприятия нужны для удаления из трубопроводов ржавчины и других отложений, которые образуются в процессе эксплуатации за весь отопительный сезон. Мы производим это следующим образом. Включаем машинку и включаем циркуляцию. Потом через некоторое время, там примерно 15-20 минут, мы переключаем направление потока, чтобы была более качественная промывка. Вся эта данная процедура занимает около 3 часов. В нагретой воде в той или иной степени присутствуют разные химические соединения, и все примеси остаются на стенках трубопроводов. Если систему отопления не промывать, то теплоотдача существенно уменьшается. Однако вся подготовка к осенне-зимнему периоду не сводится только к промывке труб. Достаточно много этапов, которые связаны не только с промывкой систем подготовки технического помещения ЭТП. Вот. Сам дом готовится, закрывается тепловой контур. Если где-то есть стекла разбиты, меняем стекла, смотрим притворы дверей, проводим, все равно проводится косметический ремонт. По окончании каждого этапа составляется акт выполненных работ. Он прикладывается к общему паспорту готовности дома. Регулируют работу управляющей компании, администрация округа, государственная жилищная инспекция и, конечно же, сами жители. Самые активные приходят на проверку выполненных работ. В одном из домов мы по предварительной договоренности жителям согласовывали, они принимали участие у нас в промывке индивидуального теплового пункта. Мы показывали, рассказывали, как мы делаем, какие материалы используем, какую химию и так далее. Все же не просто так. Вот. Все остались довольны. На официальном сайте администрации Ленинского городского округа размещен график отключения горячего водоснабжения на период плановых работ. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.